Пожарные спасатели – это те люди, которые прибывают на помощь автолюбителям в ДТП первыми. Они помогают людям выбраться из искореженных автомобилей, тушат пожар и оказывают первую медицинскую помощь. Свою сложную работу спасатели продемонстрировали на прошедших областных соревнованиях название лучшей команды МЧС при ликвидации ЧС на транспорте. Участникам необходимо было спасти условного пострадавшего, зажатого в салоне авто. Срабатывали слаженно. Обязательно обесточить авто, подложить под колеса удерживающие устройства, разблокировать двери, снять крышу легковушки. Пострадавшему оказали первую помощь. И самое важное – правильно вынесли человека и уложили на носилки. Победители определяли просто – те, кто выполнит все действия в кратчайший срок и наберет меньше штрафных баллов. Ими оказались спасатели специализированной пожарно-спасательной части из Ульяновска. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.